Межпоселенческая библиотека приглашает детей и подростков Ленинского городского округа принять участие в конкурсе плакатов «Ребята, давайте жить дружно». Знаменитые слова героя любимого мультфильма «Кота Леопольда» стали названием творческого проекта, в котором юным жителям муниципалитета предлагается изобразить жизнь без конфликтов в современном обществе. Конкурс проводится уже в четвертый раз. В этом году прибавилась еще одна номинация. В этом году, поскольку карантин, мы решили ввести такую номинацию, как цифровой плакат. То есть не просто нарисован от руки, а исполнен в каких-то цифровых редакторах. То есть можно прислать по почте либо фотографию готовой работы, нарисованной, либо цифровую, в цифровом виде. Работы принимаются с 1 по 10 августа. Для рисованных плакатов допускаются любые техники выполнения – карандаш, акварельные краски, гуашь, пастель, фотоколлажи, аппликации формата А1. Для цифровых работ допускается использование различных компьютерных графических программ. У нас первое, второе, третье место, но бывает, что настолько хорошая работа, что жюри просто не может выбрать, ибо может быть два вторых, два третьих места, и бывает номинация за самую оригинальную технику, за самое оригинальное исполнение. Готовый плакат нужно принести в Центральную детскую библиотеку, если работа выполнена в цифровом виде, прислать на электронную почту. Она указана на сайте библиотеки. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте библиотеки не позднее 14 августа.